Прийти к взаимопониманию с населением путем прямого диалога решили госавтоинспекторы. Прямо на трассе возле стационарного поста полиции на выезде из областного центра развернулась общественная приемная ГИБДД. Главные государственные инспекторы безопасности дорожного движения по Ивановской области и городу Иваново отвечали на вопросы граждан. Место выбрано не случайно. Здесь достаточно оживленный поток транспортных средств, а значит, очень много водителей имеют возможность быть задействованы в этом мероприятии. Ситуация с дорожно-транспортным травматизмом в нашем регионе, она достаточно сложная. Естественно, сотрудники госавтоинспекции делают все возможное, зависящее от нее. Но, однако, без взаимодействия с самим обществом в этом случае не справиться. Большого ажиотажа среди автовладельцев мероприятие не вызвало, но желающие задать вопросы все-таки были. У меня самый главный вопрос к инспекции в том, что у нас работники ГИБДД в городе не работают, их вообще в городе нету, потому что сейчас по городу ездят все, кто как умеет, у кого пальцы веером, у кого грузовик КамАЗ, ему плевать на все. Работники ГИБДД занимаются несвойственной им работой, то есть они занимаются разбором аварий. А коли не занимаются разборами, город брошен. Кто как хочет, так и едет. Тем, у кого не хватало времени пообщаться с инспекторами лично, раздавались анкеты для оценки деятельности дорожной полиции. Многие из вопросов, заданных гражданами, уже прорабатываются, и ни одно мнение не останется без внимания, уверяют сотрудники ГИБДД. Действительно, есть реальные предложения, и в том числе связанные в основном большинство с организацией дорожного движения в городе. И часть вот предложений, которые нам сегодня предложили граждане наши, мы уже их проработали с нашим городским отделом ГАИ. Вот эти вопросы, я думаю, то, что нам граждане сегодня обозначили, и вот их такая высокая жизненная позиция, она, я считаю, что на сегодняшний момент очень важна для нас. Последний раз такой диалог руководства ГИБДД с населением проводился 5 лет назад. После сегодняшней беседы с гражданами инспекторы уверились в том, что встречаться нужно чаще. В планах организовать подобное мероприятие на бульваре Кокуй, чтобы услышать мнение о собственной работе не только от владельцев, но и от простых пешеходов. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.